В пределах всей береговой полосы водоемов Соликамского городского округа, за исключением мест массового отдыха у воды, купание запрещено. Подробности нам сообщили в Соликамском участке Государственной инспекции по маломерным судам. Запланировано 4 места массового отдыха. 3 в городе Соликамске, 1 в поселке Тюлькино, где будет дежурить спасатель. Вот, а сейчас, в данный момент, мы находимся на так называемой пристани. Вспомним прошлогоднюю трагедию, когда вот на этом месте погибло 2 человека, купающихся, молодых человека. Вот. Давайте об этом не будем забывать. В связи с этим резонансным случаем была проделана профилактическая работа с сотрудниками МЧС при Каме на местах и в образовательных учреждениях края. Список официально разрешенных мест для купания в Соликамске вы видите сейчас на своих экранах. А это перечень мест, где купание запрещено. Сейчас он также размещен на ваших экранах. Соблюдайте правила безопасности на воде, берегите себя и своих близких.